Значит, до этого мы видели, как рис был зеленый. Вот сейчас что мы видим? Как время урожая. Не, время его собирать. И что я хочу сказать. Сейчас мы посмотрим, как же в Японии собирают урожаи. Особенность рис. Видите, вот такой вот машиной. Все очень аккуратненько складывается, упаковывается. Я бы мог бы даже сказать, что через такой способ ни одна даже рисинка не потеряется. Такая вот специальная машина. Видите? Очень интересно, да? Вот так вот она выглядит сзади. Так вот все аккуратненько, очень интересно. Вот так в Японии собирают урожай.